Папа, у нас не хотят быть звезды. Это все да. Твой звездный час. Сегодня мы пришли в шален, где я часто бываю. И смотрите, вот нам сразу перед тем, как принести наш заказ, принесли такую большую штуку. Хочется ее как-то назвать, я даже не знаю. Сказали турецкий лаваш. Турецкий лаваш. Турецкий лаваш. Да. Обалдеть. Вот такой вот он здоровый. Как говорит Виталик, с Лизой всегда начинаете сразу есть это, и потом все, что вы заказывали, оно уже не нужно будет. То есть этим можно вполне наесться. Ага, заказать там на 5 лет. Тебе это принесут? Тогда тебе поменьше принесут, такую большую не принесут тогда. Ну, такая большая штука. Ты такого еще не видел? Нет. Давай пробуй, будешь рассказывать, как оно. А как у него? Могу, да, ломай просто. У него есть опыт пробовать, потом рассказывать. В Индии вот это острое, а это вкусное. Национальный ресторан, заказали национальную, забыл как называется, но это из рисовой муки. Ага. Блин, вот он скручен в трубочку, внутри овощи тушен, то есть вегетарианский настоящий индийский ресторан. И также соусы принесли. Он держался на камеру молодцом. Он честно говорил, да, вот тут остренько, вот это не остренько. Потом рыдал, да. Потом смотрю, глаза расширяются все больше, капельки пота над верхней губой, на лбу. Мама, выключай. Мама только успела выключить стакан с водой, все что угодно. А воду нельзя глаза, как раз. Там, молоко? Помидор. Там что? Да, самый лучший помидор. Помидор. Да? А я в Шри-Ланке. Но она пресная. Тоже люблю острое, я уже не стеснялся. Сначала там сидишь, вот так, как будто тебе лейкой сверху льют, вот так вот. В Шри-Ланке вот это. И все равно каждый день брал слезы, плачу, сижу мокрый насквозь. И все равно кайф. Оно гормоны радости вырабатывает, острое все это. То есть поэтому его хочется и хочется. Ну вообще люблю я острое. Ну что скажешь? Вкусно. Да лепешка сама пресная, вот с этим соусом гораздо. Вот этот соус обалденный, да. Беленький. Сырный. И это вкусное все вот это, но оно острое. Я острое не люблю. Да, тут шаурму многие едят, когда ходят мимо. Вот так вот тут готовится, вот так готовится у нас мясо. Вкуснятина, мы сидим прямо над мясом. Проверю, прямо сейчас отпускали запах. Здесь вот начиночки. А, вот, а вон печка, наверное, где лепешки делаются эти. Я говорю, она больше на вот ту, которой... Здесь вот шашлычки. Грили всякие. Да. Маша, наверное, что-то будет делать вот это вот. А лепешки? Вон. Ух ты, печка какая. Вон внутри видно лепешку моих родителей, которые они заказывают. Ты вроде сейчас переживаешь. То есть все свеженько, вы заказывали какое-то пиде, пиццу, что-нибудь, и оно все делается, вот вы видите. То есть не то, что взяли полуфабрикат, сверху мясом помазали, а вот все делается изначально. Полный процесс, да. Все блюда. Ну, я люблю это заведение. У меня всего получается одно ближе к Арсе, туда любимое заведение. Одно здесь. И чайная, вот где мы были, вот то проходили, как башни эти, где кораблики стоят. Там, ну, там чисто чай, там еды нет. Я знаю, что сегодняшний день, вот удался по максимуму, я даже не могла представить, что, да, я так приблизительно, что мы поднимемся наверх на фуникулёре, там проходим, спустимся вниз, как раз вот уже будет темно. Все увидели, да. Вблизи подсвеченную всю эту крепость, пройдемся по набережной, и вот на эту... улицу выползем, да. И поищем именно это заведение именно по вашему видео. А тут и я. А тут да, тут вообще все сбылось. Иван Сусанина. Да. Куда-то завел. Нормально завел. Прям так хорошо сверху завел. Нет, замечательно. Я сам заведелся. Великолепно. Соусы хорошо. Нет, чикен микс нет, это Романа. Шаурма сюда. Чикен микс, это у меня ценник озвучивал бы, но или 25, или 30, не помню. 25, по-моему. 25 или 30, да. Сейчас будем цены сразу озвучивать, чтобы интересно. Шаурма. Шаурма сколько? 20, да? 20, объявили. Такая вот двойная. Посередине, да. Лампочки. Лишь бы мы вошли. Это у нас как называлось? То, что я сказала, в общем, да, это то, что сказали, то есть это мясо с сыром. Мевлана. Мевлана, этот самый, типа пицца Мевлана. Или пиде, или пицца Мевлана. А это что? Так, это кебаб баранину обещали.
25 или 30? 30, по-моему. Или 25. 25. Такое вот подается с кучей всего. Это 18, по-моему, стоит Милан. Да. А это? То же самое, та же баранина. То же самое, такая же. Ты же кюрдерин. Приятного аппетита перевожу. Приятного. Да. Уже можно переводчиком работать, зная десяток слов. Да. Так это ты любишь, да? Ну, так вот подается все красиво, с кучей всего. Так, началось. А у тебя меньше всего овощей. А у него там картошка фри, главное. Да, братец? Ну, что я хочу сказать. Баранина пахнет божественно. Да? Да. Хорошо. Вкусно. Что, уже все? Понеслось? Да? Все, приятного аппетита, люди. Привет из Алании. Ребенку за счет заведения. Мы его высидели, можно сказать. Да, мы сидим, общаемся, мы его высидели. Это нам уже чай за счет заведения принесли. Теперь мороженое, люди, шален, приходите. Говорите, Ромка, YouTube. И, возможно, вам тоже будут какие-то бонусы. Это очень вкусно. Снизу клубничное, а сверху ванильное мороженое. По идее, должно быть козье. Оно тянется так, да? Такое тягучее немножко, да? Значит, козье. Приходите сюда, здесь всегда вкусно, всегда свежо, и всегда к вам супер отношение будет. Молодцы, они все здесь. Любимый мой RC Hotel, именно не Infinity, а пир. Ну, я хоба люблю, но этот у меня самый первый. В очередной раз иду сюда. Не помню, когда я тут последний раз был. Будет ли тут кто-то из тех, кто меня знает. Сейчас посмотрим. Нет, тут другой. Нету моего сейчас. Экшамлар? Моих нету сейчас знакомых. Красавец бог. Уютненько тут после ремонта. Ну, я раз был, но я особо не ходил после ремонта здесь. Люди, вот смотрите, 12 ноября. Расскажи, что тут 12 ноября? Ну, днем работает водная горка, но не прям... Ну, мы уходим в 9 утра, мы не знаем, включается ли она в это время. Но вечером работает. Приходя в обед, она работает. Сам факт, короче, работает горка, работает бассейн, да? Бассейн. И вода ж нормальная, раз люди купаются. Да? Люди купаются. Вот вам 12 ноября, люди, смотрите, а вы боитесь приезжать. Еще раз Арси. Арси, вам привет, особенно руководство Арси. Я вам опять делаю очередную рекламку, потому что я люблю ваши отели. На полном серьезе. И денег я, люди, за это не получаю. Там мне уже много раз закидывали, что Арси мне платит за рекламу. Нет, не платит. Может, к сожалению, не платит. Но я с удовольствием. Я реально здесь жил месяц там. И, ну, были минусы, были какие-то моменты. Я о них в основном рассказывал, показывал. Но больше было плюсов. И меня тянет как в этот отель, так и в тот отель. Поэтому я с удовольствием сижу сейчас, пью тут чаек. Пьем мы, сидим. И очень рад здесь оказаться. С Арси у меня началась Алания. Спасибо большое, Роман. Спасибо. Удачи большое. Здесь, спасибо. Самое главное, успехов. И не пропадайте. Продолжайте, спасибо, в том же духе. Спасибо. Реально, вы супер.